на Микеле Артету. И все рвутся в бой, все в великолепном состоянии. И за Ливерпуль. Слово Харри Кью. Филд. Сегодня в Великобритании, собственно, как и в России, еще и люфт, а затем снова возвратимся на Энфилд Роуд. В большом футболе, ну, если брать начало его карьеры. Мане, 10-й, 9-й, Роберто Фирмино, 11-й, Мохаммед Салах, Давид Луис, 16-й, Роб Голдинг, полузащита. И исполнил, это была фантастическая вообще история, исполнил ассистент Маринера Маркс. Вернулся и стал игроком с матча с Челси. Я так сейчас представляю такие ироничные улыбки Челси. Так что Ливерпуль подошел к матчу с... А быть даже желтая карточка будет показана синегальцу. Это его... И сейчас бах! Влет из... Несмотря на его ляпы. Вряд ли Маринер подсказывал Поусону. Такая, какая вот мы видим ее сегодня. Там весьма и весьма посредственно стартовал. Не костерит, только ленивый. Особенно это касается игры руку. Артета, это не значит, что это либо ярко атакующий и умеющий играть как в атаке, так и в обороне защитника. Кейта и очень хороший рывок. Вот здесь немножко... Но на Кейта, тот на Робертсона. Робертсон, прострельная передача. Они обменялись репликами. Посмотрите. Ну, не мяч не дошел. Трент Александр-Арнольд. Это и радиосвязи с видеоассистентом Рэ. Пас назад. Кейта. Удар. Рикошет. Мяч уходит. Ну и Юрген Клопп, как тигр в клетке. Если бьет мышевских, и отыграл просто потрясающе. Сетку. Мане. Передача на фланг. Прострел. Удар. И да. В счете. Но... Мане не смог, как же, как и у Челси. Но у им передачи 15 за сезон прошлый, это 15. А тем временем передача. Алду с мячом. Фабиньо. Выучку свою тренерскую, уже тренерскую. Но огромные разницы. Удар и мяч попадает в перекладину. Но это счастье, что мяч сейчас на повторе. Ух, какой удар и рикошет! Какой! Как им позиционируется Манчестер Сити. И три. И матч против Челси, когда мы... Вот тут ошибка. И момент. Удар! Вейналду. А нет, Абамьянг, это не Абамьянг был. Вот момент. Удар! Гол! Гол! И это гол! Потому что мяч Лаказету, бывшему в офсайде, отдавал. Мяч-то шел. Чем не аналогия с матчем на Уэмбли 20? Так, Ливерпуль получает гол. Единственная, пожалуй, контратака Арсенал. И вот удар по воротам. 1-1. Гол, 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 гол. Садио Мане. Недолго музыка играла. Фирменная атака Ливерпуля. Продавили. Играла. Фирменная атака Ливерпуля. Продавили. Выписывают. Он и в Селтике хорош был. По перспективе очень-очень интересно. Ну, сейчас нам показали просто Гранита Джаку. И нельзя не сказать, что большого такого класса. Прострельная передача в стороне Арсенала в этих двух моментах. Но все равно... В любом случае, Найлса на подстраховке был Гранит Джака. Подача, и вот момент. Робертсон! И счет 2-1. Робертсон, ну, скажем, реабилитировался за свой пас. И вот сейчас его поздравляет именно его. И пас. И вот сейчас его поздравляет именно его. И в судьбе так позиционно ошибаться. Удар издалека. И да, Салах. Ну, здесь лес ног. И 3-27. Да. Свой успех. Ну, естественно, 100% вам не тольца. Артета называет его игроком мирового класса. В своих... Виллиан! Вовремя! Вовремя, Виллиан! Ужас у игроков обороны соперника. Три мяча. Еще в далеком, 94-м. И ты все три мяча забивал как раз Робби Фаулер. А здесь ему...
Хотя вот внизу это Мане, по-моему, из передачи Эль-Нени на Вильяна. Вот Вильян подключается, прострельная передача, момент. Фиксировался офсайд, а сейчас нет, сейчас эпизод доигрывается до конца. Во всяком случае, сейчас Давид Луис сделал, говорится, в английской премьер-лиге. Давид. Да, здесь нужно играть в касание, здесь нельзя сделать как пустить мяч в сетку. Итак, два, что использовал. Это самая оплошность Трента Алексинер, Микель Артета. Ливерпуль, Вратьян, Абамьян, капитан команды. И в атаке Геннадо. Справа Эктор Бельяин, второй в центре. Ух, трудных игроков, кого-то из них. Но вот сейчас Трент Александр Арнольд получает Ливерпуля. Он задолго. Арсенал в атаке этой самой владеет мячом. Вильям, простринская позиция, вот как раз в оттяжке он великолепен. А сейчас прострель в этом давлении, постоянном прессинге ливерпульском. Он был одним у Ливерпуля. А сейчас Трент Александр Вильямс. Вот эти футболисты. Ничего бы, может быть, и не было. Они же бы и не создали, а в конце концов сезонов. Подача в штрафную, но здесь идет только в контратакующий футбол. Отбивает холдинг. О, вот эта тройка у Мане, Фермино и ход. А сейчас передача с фланга, подать. Да, ой, в самый вот, еще раз посмотрим. Посмотрите, да, врезал. Такой небольшой, мизерный, но тем не менее. Образиться Саша. Момент! Вот момент какой! Вот он момент, который только по окончании эпизода. Мане! Штрафной! Четвертый арбитр Дани Сибальес выходит вместо Джаки. Тут нестандартный ход. Ну, так откровенно. Кейта! А тут... Нет, не удар у капитана Ливерпуля. И вот здесь да еще пока справляются. И удар издалека! Удар отбивает! Ну а что сейчас? Пас! Офсайда нет! Алисон не подсказал, но Алисон молодчина буквально в игольное ушко! Ух, как! Если Арсенал проиграет, то тут нужно... Вот какой момент! О-хо-хо! Фабиньо на фланг, Робертсон, подача! И нужно просто читать игру. Обязан, я не говорю даже, что нужен, а обязан. Может покинуть Арсенал. Фабиньо нарушал правила, но настолько лениво, что, в общем-то, так, ожидаемая замена в атаках, об контратакующей игре, а Мане-то что делает? А вот еще один момент, там Роберт, который я подслушал у Метра, у Владимира Кичина, ну вот нет какого-то такого, если хотите, Мане на фланг, Салах в касание, великолепно на Алти, а Мане. Пинкс. И дальше на стороне Арсенала. Удача. Мане с мячом. В атаке. Подача. Робертсона там прыгает. Для Казеты меняют. Главный неудачник мыкучит. Увы. Увы, это пуль. Летит вперед. Салах. Передача. Фермино. Арсенала. Красиво. Красиво. О, смотрите. Пинкс. И мяч. О, флажок-то не поднят. А тем временем Бобби Фермино! 40 лет назад это не считалось нарушением правил. Коллеги, подача! И вот здесь нападение. Арсенал в атаке. Бельгерин и Робертсон. Давид Луис. Они там по-португальски поговорили. На ближнюю штангу. Что там, кто там выйдет? И подача в штрафную. Давид Луис очень неудачно выносит, очень, все-таки Диего Жота забивает, забивает. Вот вам и дебют, все-таки Диего Жота забивает. А что раньше, не было что ли этого? Минамино выходит вместо, и сам же реализовал 2-2. Так что, так.